Сейчас с сериалами полная засада. Вообще смотреть нечего. Вот, я вам так скажу. И я изучаю этот вопрос, потому что я предсказывал, что это будет происходить. У меня есть целая лекция на Ютубе, где я рассказываю про сериалы. Вот, и там я упоминаю много сериалов, которые стали классикой, которых имеет смысл посмотреть. Значит, я вам сейчас просто скажу несколько интересных, как бы, когда вы смотрите, про что вы можете подумать. Значит, например, есть сериал «Убить Еву». «Убить Еву». Вот. Значит, сериал первый вот из вот так как бы крупных, мощных, в котором использована технология полного отсутствия смысла. То есть люди, которые потребляют этот контент информационный, они перестали хотеть слушать историю. То есть у них мозга не хватает на историю. Они привыкли к экшену, им показывают экшен в блокбастерах. Драки, 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 там супергерои и прочее. Вот. И они вот смотрят квест каких-то, значит, вот передряг. И вот, убивая Еву в первые и 10 минут, это тот, где люди удерживают смысл, а потом становится скучно. И вот раньше были такие, знаете, как бы на СТС выходили такие какие-то там сценки. Сценка одна, что-то произошло, такая другая, что-то произошло, там. Они там изображают кого-нибудь. Ну, городок такой был на России, где Стоянов с Олейниковым выступали. Какая тут сценка. Вот 10 минут. И вам показывают, как будто бы там есть какая-то смысловая история, но, убивая Еву, они там ищут неких 12. Кто эти 12? Когда эти? Зачем? Там вообще этого нету. Ничего. А просто две очень импозантные, каждая по-своему дамы, друг друга калашматят. И вот раз вам, а ощущение расследования, это там, это здесь, это, вообще никакой логики, вот вообще ничего. Попробуйте восстановить, ничего не получится. И такие же вот эти сериалы про «Мстителей». Вот. Там это просто набор скетчей. Вот. Это не... Но создается ощущение, что вам рассказывают историю героя, а ее уже нету, истории героя. Потому что история героя предполагает соответствующие арки, понимаете? Это герой должен жить, понимаете? Иван Дурачок должен лежать, сидеть, понимаете? Потом на печи, там еще что-то должно случиться. Он должен сказать «вау», понимаете? Он должен что-то поделать, потом снова попасть в какой-то... Это, потом он просто и стал Иван умный. Значит, все, это арка. Здесь таких арок нету больше, и вот это то, на что бы я обратил внимание, как нас стали, я тут недавно видел тоже, не сериал, вот, это ролик. Сидит, значит, человек, за ним стекло, за стеклом сидит горилла, она в три раза больше этого человека, и он ей так показывает телефон, а та ей говорит: «Смахивай». Все, приехали. Такое кино.